Здравствуйте! Сегодня я хочу обратить внимание на то, с чем красиво сочетаются розы, ну, на мой взгляд. Очень красиво, по-моему, смотрятся розы в соседстве с колокольчиками. Также прекрасно они соседствуют с гвоздиками. Вот нежнейшая роза и гвоздика светленькая в том же тоне очень хорошо смотрится. Так прямо, как будто бы букет невесты. А у гвоздик много всяких оттенков. Вот посветлее есть совсем, потемнее. В малиновый цвет отдают. А тут вот Анжела, она поярче. Это роза Кордеса, всем известная. Красавица. И вот она как хорошо смотрится в сочетании с этими яркими гвоздичками. А здесь сами розы побледнее, гвоздички побледней. Очень неудачно посеялись, причем они сеются сами. К сожалению, очень осыпалась роза Остина, Цептер Дайл. Вот был сильный ливень, и она уронила свои лепесточки розовые. Также хорошо смотрится травка. Почвопокровная, Вероника нитевидная. С голубенькими цветочками она создает приятный фон. Довольно удачно сочетается такие темно-сиреневые цветочки, анютины глазки, с розами. Вот начинает цвести динки. Ну и достойная всяких похвал роза Остина, принцесса Александра Кентская. Вот и дождик прошел, ливень. Несколько дней лил. А она стоит горделиво. Нижние цветочки у нее несколько приспущены вниз, а верхние смотрят вверх. Ну, прямо конфета, а не роза. А вот тут у нее в ногах гвоздички. Гвоздичка-травянка. И турецкие гвоздики, анютины глазки, ну, конечно, колокольчики красавцы сиреневые. Это роза Альденбезен бельгийского селекционера Ленса. Она какая простушечка, красавица моя. Она потом будет выцветать, и у нее будет цветочки такие, знаете, похожи на яблоневый цвет, такого цвета слоновой кости. А вот как плетистая роза Маритим соседствует с белыми колокольчиками. Тут же у нее в ногах светлые гвоздички.